Мы на сегодняшний день собираем информацию по данному решению. Насколько я помню, 11 числа нам должны предоставить все документы по этому поводу. Пока из тех жалоб, которые мы увидели, мы видим, что было 4 заявления, и 3 из них остались без рассмотрения. Но, по нашему мнению, созданы конкурентные условия, выгодные для города, выгодные для жителей, которые могли быть решены на понятных, равных конкурсных условиях. Что мешало это сделать? Ну, нам предстоит с этим разобраться. Я думаю, что где-то в ближайшие 2 недели мы решение примем и информацию эту доведем. Я хочу сказать, что здесь есть признаки нарушения, и если с точки зрения как бы управленческой, это неправильно. С точки зрения законности, точка будет поставлена после того, как мы соберем все документы и получим объяснение от администрации города, от Кировской городской думы, почему такое решение было принято.